Вот пришлось залазить в ряшни. Я хотел по дороге идти, а там зашел на лабаста, где медведица ходила. Пока шель-шевель, тут два быка, смотрю, прутся с рюкзаками огромными. Они у меня что-то их не залюбили, собаки, и за ними. Я думаю, ну придется. Когда они уйдут, пришлось вот в ряж залазить. Теперь вот сейчас на небольшой залез вот ряжик. А мне надо вон туда. Вон на тот ряж, а потом я уйду уже там. Пойду уж тогда с одного ягоду посмотрю там на хребте. Вот так. Ну, думаю, кого ждать, они их сколько ждать. Они их догонят все равно. А у них ружья. Что у них там на уме? Возьмут, дострелят. Правильно. Сейчас народ такой, кто я знаю. Потому что бурчали, оглядывались, что на их собаки лают. А что же они не должны хозяина предупреждать? Вон как отдать. Ну ладно, пускай идут. Они моложе, я старше. Мне надо вверх лезть. Ну ладно, пока выключи. Сейчас посмотрим, как что там. Там видно будет. Что умаялись с непривычки собачки? А ты не знаков не нападай на ее. Вон она теперь сжала горло-то уже совсем, блин. Она же тебе намнет, эта волчуха. А ты ее не трогай. Вот что от своих-то охранять меня? Вот сейчас по этой козьей трубочке набита она. Пойдем вот поряжем и потом туда уйдем. Вон, там как редколесье. Немного бы пораньше не попали, я бы юмо ушел. А пришлось потише идти. Ну ладно. Что не делать, все к лучшему, говорит. Вот такая тропка. Ходят тут козочки. Да? А как разукрашен. Стоило что ли за это драться? Чтоб болеть потом. А? Ладно, идем. Идем, идем. Все же на спуск. Не наряжем, пойду все равно. Потому что потом опять подниматься. Вот какие сушинки стоят. Ага. Отсюда же таскать не будешь, правильно? Да, мало леса остается. Только по вершинам. Только чешу одолел. И опять чешу в лес. Но обходить бесполезно. Начнешь обходить и что-то сразу. Пойдем. Стропку подберу. И дальше пойдем. Вот упала лисина. Тропа, тропка была. Загородила. Сейчас буду пробиваться. Как бы проломать тут. Тяжковато тащиться в это в ряж-то. Кто-то ходит, нюхает. Может, козочки находили. Ну, еще вон где. Ну вот, жало.
пожалуйста. Разбивал. Козочка. Недаром они и нюхтят. Багульник. Листочки выпускал. Но уже приморозил их. Вот, видно? Молодые листочки выкинул. Когда тепло стоял. А сейчас мороз ударил, все. Замер он. Вот такая дорожка у нас тут. Вверх. Ползем потихоньки. Собачки бегут. Вот какая тропа здесь. Туда выходит. Козди. Тропа идет. Раньше, может быть, можно увидеть было коз. Сейчас их так нашугали. Наверное, с тигра не добудут, не то что с арбалета там или с лука. Для души только ходить. Ух. О! Или молния шадунула. Тломилова. Вон там внизу брусничник. А не пойду, смотри. Прыгать туда-сюда сейчас. Вон, а тут режь. Выйду. Там видно, может, на этот скажу. На хребет-то зайду. Там посмотрю. Только бы не забыть это. Берег мне там где-то вытаскивал. Телефон-то. Чего, тропу нашли? А? Тропу нашли? Ну, молодцы. Это кого там? Постоим потише. Вот такие у нас тропы. Приходится ходить потише. Опять вон какие завалы. Во. Россыпь. Сейчас под этой россыпью вот там. Перевальну вон туда. По завалам-то не пойду. Сейчас маленько вправо возьму. Обгон весело было. Гуран рога точил. Нападал. Вот его тропка. Тропа гонна. Самца косули. У нас их зовут гуранами. Также их, как в помесе венков с русскими ротенами, гуранами зовут. Потому что, наверное, все гураны по горам носятся. Как антилопы, блин. Да? Вот сейчас. Но нельзя. По тропке. Пойду по козди, и она меня на перешеек выведет самым коротким путем. Я всегда тропами звериными хожу. Да? Чернышки, да? Да? И вот она проходит, тропа, через брусничники, потому что косули тоже хорошо ее едят. Они все места знают.
Не только медведи едят кабаны, но и косули. Вот завал. Конечно, она-то прыг-прыг. Ну ладно, полезем. О, как эти акробаты приходится прыгать. Того и гляди, ногу засадишь. Но это так. Я уже привык. Че? Соболька находил? А? Или кто? Не надо, не ищи, сейчас рано. Они еще не выходны. Жаль, следа не видать. А ты ищи, не ворчи. О, пошла раскручивать. Чернышка, иди, помогай. Наверное, ночью ходил. Ночью, наверное, находил. Ладно. А может, белочки. Но белок они так не ищут. Где-то маленькой нету. Может, раскрутил уже. Одна лохмата тут ищет. Да, Линда меня охранят. Вот той нюх-то половчей маленький. Угу. Ищи его, ищи. Снег выпадет. Чего? Ладно, пойдем дальше. А ты кого крутила? А? Что не нашла? Сейчас по сухому его. На коротке только. На шум возьмете, так возьмете его. Понятно? Ну ладно. Да не трудитесь. Все равно добывать не будем. Не выходные он еще, Соболь. О, раскручивает. Управляет вроде. Даже Линда забегал. Распутывает клубок потихоньку. Даже Линда заходила. Видно, верхом шел. Что-то. Нет. Наверх заглядывает. Оборвался след. Верхом пошел. Но видать это. Плохой след. Ночью ходил. Ночью ходил, видно. Потеряли. Бегали, бегали. Чего на дупло-то заглядывать? А? А ты, Линда, чё? Нос прокусили тебе? Беги, ищи тоже. Ну, а тут уже кто-то серьезный провалился. Хлеб-то. О, какой. Прожёлся. Вот готовый домик. Раз, капкашек поставил. Ну, видать, ночью находил. Туда не крутят, крутят. Раскрутить что-то не могут. Но тут брусника попадает. Он, наверное, на бруснике ходил. Соболёшка-то. Тут он раскручит, потому что. Эх, сейчас. Стоп. Нет. Все.
Вот, брусничник. Они так и туда подтянули. Брусника попадает. Да, он тут накрутил, он тут ночью крутил. Бесполезно вы его сейчас. Уже след остыл. Не найдете вы его. Он сейчас уже где-нибудь вон на хребте. Балдет. Хотел показать. Соболя. Да ты что, ты не ворчишь-то, а, Линда? Что ты ворчишь? На тебя опять сыпет. А ты что там смотришь? Что смотришь? Что, нету на лисинах-то? Кто тебе бы его загнал? Ладно. Что-то у меня собачки форму стали тереть. Да сидели дома. Что это такое? Ну вот. Брусника вроде есть. Вот он. Так, где мышь поймать, где бурундука, где брусники закусить. Кобальт. Наверное, отдохнуть. Идите отдыхать. А то вон еще там. Вон сколько еще идти. Идите отдохнем. Если вы сейчас разделетесь, я вам вас больше кормить в лесу не буду. Все. Хрустите пока. Сейчас еще кину по одному. Только не деритесь. Вот так. По разным сторонам. Расходитесь. Сейчас мы тоже чай попьем. И вперед. Двинем туда, на хребет. Вот, молодцы. Костер разводить не будем. Так, похрустим. Маленько сальца саданим. Вот, сало маленько. Тут на закуску этот. Так, о. Перец сладкий. Ну ладно, пока чаевать будем. Вот смотрите, лесвянка как будто покрыта паршой. Она вся ее, всю до вершины затянула ее. И она это постепенно погибла. Вот даже деревья болеют, как парша быт-то. Чё, набегались? Пойдемте дальше ломать хребет. Вон сколько лисин наломало. Ветра. Ой-ой-ой-ой-ой, еще. Порядочно. Листья. Вот, смотрите. Гнездо. Беркута. Видите, какое. Мощное. Ловко место у него тут. Тут все контролирует отсюда. Ну все, они виновые или улетели. Редко, но бывает у нас. О, даже вон наши там сопочки, как под ноган, кажется. О, птичка засвистела, я думаю, это рябчики.
Да. Да. Придется мне, наверное, сегодня на свой участок забираться. Не буду же я постоянно вот шарахаться так по сопкам. Из-за собак. Собаки у меня крутые. Там у меня народу нет. А то могут их и подстрелить. Вот в чем проблема. Народ сейчас всякий. Может, могут и стрелять. Надо на свой участок забираться. Сейчас вот малину досыплю. Да, это. Вот какой посох у меня. Хороший. Сразу. Зато переться можно я хочу. Да, на свой участок надо мне. На свой. А то это. Буду вот так шарахаться по рыжам. Что же они? Ну ладно, всего доброго. До свидания. Время уже вон. Сколько? Не знаю, обед, не обед. Не, еще обеда нет. Так что это. Пойду я все. Сейчас наряж. Залезу, если что интересно, сниму там. Если нет, просто буду бруснику позаглядывать. Слитру наскребу. Все не лишнее зимой будет. Ну, всем добра, всем не болеть, не хворать. Всем здоровья. У меня даже колено вроде как полегче стало. То ли таблетка действует, то ли сопка действует. Вообще не понять. Но тяжеловато скрестись. Отвык уже сопку-то. О, чавы. Ча. Вон они у меня. Вон они. Вон они. Махает. Кого ты там опять глядишь? Ну ладно, всего доброго. Всем добра. И как стригут собачки.